Всем привет, меня зовут Саша. Меня зовут Лера. Здравствуйте, меня зовут Мелания. И я, наверное, самый раритет в этой группе, потому что я здесь еще со времен другой студии «Танцвояж». Я в студию «Текари» хожу 4 месяца. Я занимаюсь в «Текари» с ноября. Меня не было здесь целых 2 месяца. И сейчас я пришла сразу сюда, сразу на съемку. Хожу на модерн. Мне очень нравится коллектив, хореограф, сам танец. Мне очень нравится здесь хореография, очень нравится атмосфера. Я прихожу сюда с радостью. И это прекрасное место, которое дает мне силы. Это очень классные люди, которые просто подарили нам дорогу в огромный танцевальный мир. Так. What is a mirror? What does it tell us? Lies? Truth? What is it reflecting? What we are? What we want to see? I know nothing more capricious than a mirror. It can choose to make us love or detest all that we are. Our face, our body, ourselves, nothing escapes it. And in this game, where it is familiar with all the traps and pitfalls, it never ends up losing. You never succeed, and if it's not good enough, I need perfection. I'll get-